Я думаю, что у вас интересное мероприятие сегодня пройдет. Я желаю вам удачи, успехов и всего хорошего, чтобы у вас самое главное было здоровье. Да. Будет здоровье, будет желание заниматься новыми делами, да. А мы всегда вас поддержим. Да, всего хорошего вам. Что вы всегда поддерживаете. Когда бы не обратился, куда бы не обратился, во сколько бы не обратилось. Никогда. Да. Нет у нас ничего. Всегда мы поддерживаем. Спасибо вам. Да. Вообще замечательный проект, и замечательность его заключается в том, что, во-первых, вы поехали на природу, да, увидели что-то новое, интересное, и не просто погуляли по лесу, а погуляли с нашим орнитологом Владимиром, который вам интересно рассказал обо всем. Давайте поблагодарим его. И сегодня в рамках проекта мы с вами собрались для того, чтобы провести интересное время. И по просьбе, по желанию Вера Андреевна, она сказала, ну что мы будем сидеть на конференции, это скучно может быть немножко, давайте поиграем. И тогда вот я смотрю, такое большое количество людей пришли, подготовились, приготовили эмблемы, красивые названия. Ну это здорово, да. И это впервые у нас проходит вот такая вот игра совместная. Не стали мы много детей приглашать. Потому что, ну, не знали, как все пройдет. Это вот первая игра. Если все хорошо, потом мы будем больше детей приглашать. Изначально даже хотели сделать еще одну команду из школьников. Но потом тоже подумали, что это не совсем правильно. Пускай дети растворятся с вами. Пускай дети поиграют вместе с вами, помогут вам. Согласна, Маргарита? Да? Значит так. Во-первых, ну, я буду судьей. Просьба на меня не обижаться. Потому что я не буду подслушивать. Я знаю, я сам в молодости занимался спортом, я знаю, что если проиграли, то виноват судья. Это известно. Поэтому я честно подслушивать не буду. Значит, у нас викторина подготовлена. Тут всего 33 вопроса.